Дмитрий, что вы думаете про Чичерину? Чичерина. Вчера я ехал в машине и смотрел ее выступление, то ли, ну вот в ТикТоке мне прислали, она выступала, что-то говорила. Ну, я хочу сказать, что образ мыслей сказывается на внешности. Это какое-то снаркоманившееся, спившееся, деградировавшее существо, потому что, вы знаете, это ожидает всех, кто поддерживает неправое дело. Отвратная эта Чичерина, отвратная, как и ее слова, как, в общем, отвратный ее род, отвратные ее мысли, отвратная она сама. Бомжиха чистая. Вот мне и пишут: Чичерина как бомжиха. Бомжиха. Помойная.